На Парковую 10 привел конфликт пешеходов и автомобилистов. Бабушки пожаловались на соседей, которые самовольно оборудовали во дворе парковку, не посовещавшись с остальными жителями дома. Ну, во-первых, мы должны выйти из состояния конфликта, вернее, жильцы этого дома. Конфликт у них есть. А второе, решить проблему организации парковок. Здесь, на самом деле, проезжая часть очень узкая. Я понимаю, на этом доме есть инициативная группа, ну, свяжемся с ней, раз такой сигнал поступил. Оборудовать цивилизованную парковку, причем подальше от детской площадки, можно лишь по решению общего собрания жителей. Его нужно провести как можно быстрее, сказал мэр. Положительный пример инициативы жителей нашелся в соседнем дворе. Управляющая компания, естественно, предложила проект. Собственники приняли проект контейнерной площадки. Контейнерная площадка за счет средств собственников оборудована. И, в общем-то, мы видим, что поддерживается управляющая компания в надлежащем виде. И вот как элемент благоустройства, в общем-то, как бы вписывается. Берег Шексны в плане благоустройства пока отстает. Сигнал о мусоре и траве по колено поступил мэру в понедельник. Сегодня, в среду, придраться не к чему. Дорожная служба сработала оперативно, сказал Юрий Кузин. А вот со сгоревшими домами на улице Пролетарской так быстро разобраться не получится. У нас нет информации сейчас по собственникам. То есть выясним у ФРС, запросим информацию и максимально посмотрим, какие меры мы можем в рамках закона сделать. Мэр был категоричен. Найти владельцев развалин до конца месяца, не позже. Историческую часть города нужно привести в порядок как можно быстрее. С людьми определить порядок, план. На Советском проспекте, Воскресенском, также был ряд таких объектов. Людей пригласили, пообщались, объяснили, что их здание, находясь в таком состоянии, портит архитектурный облик города, отреагировали все. Колхозный рынок стал финальной точкой рейда. Условия продажи мяса вызывают законную тревогу у череповчан. И сегодня руководство рынка сообщило, что разрубочные отремонтированы, кондиционер в них поставят в течение месяца, как и долгожданные холодильные прилавки в мясных рядах.